Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я вам покажу свой любимый ресторанчик. Друзья, вышли на улицу. А на улице так холодно. Решили ехать на машине. Ехать минут 5. Вот. Друзья, ну что, вот подъехал к своему любимому ресторанчику. Мне он очень нравится. Хожу сюда уже где-то 5 лет. Ну, не каждый день, конечно, а периодично хожу. Очень вкусно кормят, очень красивый интерьер. Надеюсь, вам тоже понравится. Ну что, пойдемте. Друзья, ну что, я вот внутри ресторанчика, из такого вот интерьера. Очень красиво. Такие деревянные стульчики, стулья. А здесь вот наш стол, на котором скоро появится вкусная еда. Друзья, ну что, заказал я цезарь с курицей от салата, суп куриный бульон с гренками и какую-то телятину. Телятина, значит, молодая, с фри, с картошкой фри и с кетчупом. Сейчас принесут. Друзья, принесли вот такой хлеб. Дядя заказал пиво себе. Принесли... Это что такое? Какое-то мясо. Мне принесли суп куриный. Такой красивый, очень вкусный суп. И к нему еще идут гренки. Вот. Принесли селедку. Чай, чайничек. Друзья, посмотрите, какой красивый. Мне принесли салат цезарь. Очень его обожаю. Вкуснятина. Друзья, принесли мне телятину с картошкой фри, салатиком, кетчупом. Но, к сожалению, мне уже не лезет. Придется это все вкуснятину отдать дяде. Я сижу, доедаю еле-еле салат. Ой, как же я объелся. А еще надо чай попить. В общем, вот так вот как-то. Друзья, ну что, мы уже пообедали. Вот нам принесли счет 2040 рублей. Сейчас будем расплачиваться и поедем домой.